В этом видео 9 крутых строителей. Они будут строить мини-игры. В конце мы будем оценивать эти мини-игры. И тот, кто наберет меньше всех очков, будет мяукать на камеру. Что? Я надеюсь, он не проиграет, а то это будет самый страшный ролик. А, ну короче, все, давайте, начинайте строить мини-игры. Я приду к вам через 40 минут, чтобы смотреть, что у вас получилось. Прошли 40 минут, и мы сейчас посмотрим, что у вас получается. Это под конец видео, что это? Не живу! Что это? Что вы наделали? Я тупой. Кто? Это построил, там криперы были. Если бы он не нажимает туда. Если бы этот динамит разлетелся, тут бы все взорвалось, что они столько строили, а ты. Че, это постройка шаурмы, здесь есть паркур какой-то, жмак. Я верю в тебя, Лук, давай, ты сможешь. Это первый уровень, а я уже не справляюсь. Я жив. А это урон не нанесет? Бывает. Я смог с первого раза. Магазин. Да, что произошло? Приберешь деревянный меч, сейчас будет неприкольно. Что это зомби? Почему у них есть шлема? Это типа PvP-арена, что ли? Пока да, пока зомби. Очень интересная мини-игра, просто бей зомби и все. У тебя сколько золотых самородков? 18. Мне очень нравятся такие магазины, когда делают. Давай я что-нибудь куплю. А стоп, у меня денег мало же. Ну да. Я купил меч и все, и больше нет денег. Где зомби? Ой-ой-ой-ой. Дайте больше денег. Больше, больше. Денег. Деньги. Могу. У меня много денег. Сколько у тебя золота? 25. Дай деньги. Так. Опа, все. Все. По порталу, что у тебя здесь за мини-игра? Здесь да, растения и трава, много травы. И какой-то домик. Сейчас посмотрим, что внутри здесь. Я пока не знаю, кто из вас будет в конце видео мяукать, но как я вижу, здесь еще есть очень крутые мини-игры. Здесь, кажется, строительство было заброшено. Закрывайте на ремонт. Ой-ой-ой-ой, нет. Я или паук? Кто знал, что пауки прыгать умеют? Что это? Так, огромная PvP-арена, где игроки будут сражаться. Но это будет не обычное сражение, а сражение на автоматах. Чего? Ух, уходит. И все. Где старт? Это старт? Ладно, я понял. Видимо, это первый уровень, и здесь надо идти по песку душа. Это очень долго. Наверное, нельзя было воды касаться, ну ладно. Что? Это Антарктида, вау. Тут опять вода, подпрыгиваем. И здесь... Что это за звуки? Те звуки идут оттуда. Так, проходим кактусы. Что это такое? Помогите, как сбежать отсюда? Бежим, бежим, бежим. Дайте пройти. Вот это испытание мне понравилось. Тут что-то поднимается, поднимается, это прикольно. Где я? Почему здесь везде огонь? Так, у меня 2,5 сердца. Босс левел 7, да? Когда у меня 2,5 сердца, спасибо. Я его скину в огонь, и он сгорит. Почему здесь так много монстров? У них еще оружие есть, нет? Нет, нет. Все, спасибо. Давай испытание мне. Левел 2. А где левел 1? Как эти скелеты руками дерутся? Почему они дерутся вообще руками? Это так странно. Зачем так много? Зачем так много? Я буду просто бегать. Ужас, что это? Все, меня замочили. Слишком много. У меня вот один вопрос. Это вообще возможно? Ты там видел, что там за армия была? А ну-ка, иди туда. Я тебе вышлю тут испытания жесткие, давай. А, ты уже проиграл, да? Что-то ты слишком хорошо с ними дерешься. Че, какой-то меч слишком крутой, надо их еще одного. А что они все на меня идут? Так, еще кучка зомби. И ты хотел, чтобы я выжил еще там. Ну как? Как? Почему они тебя не бьют? Ужас. Давайте, нападайте на него, уничтожьте его уже. Зачем вы стоите на месте? Ладно, ты победил, так уж и быть. Но это все мини-игры, которые получаются за эти 40 минут. А, сухарик, сухарик. Ты тут в краю карты, тебя закрыли огромными постройками. Я тебя даже не заметил. Держи монетку. Вот никто мне даже монетку не предложил. Супер-пупер игровой куб для ухи. Для игры положите монетку. Ладно. Чё? Так, это обучение, а я уже проигрываю. Понятно. А куда идти, собственно, надо? А, я все понял. Так, иду сюда. Зачем? Зачем? Не надо. Уф. Уровень 2, троллинг. Поздравь сухарика с ДР. С ДР тебе. Спасибо. Я хорошо. А, что? 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 Это...
Просто хотел подойти, обнять Сухарика за то, что у него ДР. А он... Мне интересно, чем все закончится. Проходим сюда. А, что? Серьезно? Надо было просто так пройти? Да. Вот так будешь поздравлять всяких Сухариков с ДР, они тебя троллят. Хотя, вот теперь точно, это были все постройки, которые получаются, и мы посмотрим, что у вас получится потом. Прошли 40 минут, мы сейчас посмотрим, что у вас тут дальше получается. Покажи мне, что ты сделал. Нет, квест я тебе не дам пройти. Почему? Домик. Дай посмотреть хотя бы. Тут домик и все. Домик. Шок! Дом фау-портала сзади. Это шок. Фау-портал не хочет рассказывать, что у него здесь. Ну ладно, у него здесь что-то очень крутое. Мы посмотрим, что у тебя. Смотри, давай, короче, выдадим себе сет. Давай. О, алмазная броня. А вот это уже хорошо. Мне что-то не надо. Да не-не-не. Босс какой-то. Что это? Ты его не убьешь. Почему? А где босс? Ладно, давай другого босса. Ужас, быстрые зомби, быстрые зомби, быстрые зомби. Тут еще скелеты, ужас. Бедный торговец, он убегает. Они вырвались и захватили постройку шаурмы. Ладно, здесь у нас есть паркур и все, да? Как раньше, второй уровень. И где это я? Раз, два, три. Так, осторожно. Раз, два, три. Раз, нет. Раз, два, три, четыре. Нет. Все, попытки кончились. Давай третий уровень посмотрим. Это вообще можно пройти? Так, раз, два, три. Прыжок, прыжок. Тут прыгать по заборам. Сюда, сюда. Сюда, 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 сюда. Я почти прошел, давай. Это какой-то подземный паркур, который на земле. Ой, там что-то стреляется. Нет. Сюда. Нет, финал. Да, а, и все, в самое начало, да? Ладно, все, я больше не играю в это, я иду дальше. Сухарик. А, возьми монетку, так быстрее. Для монеты положите игру. Шахта, высотка. Чтоб я в шахте. Какой-то недоделанный уровень, в котором надо паркурить под деревьям. Куда прыгать? Там какая-то лодка. Прыгаем и... не повезло, я хотел на нее приземлиться и выжить. Ну ладно. Снова я здесь. Готов к битве? В битве у меня ни оружия нет, ни хп нет, ничего нет. Дай мне что-то. О, один маленький выбор. Да зачем? Да зачем? Зачем? Хватит. Три хп. Хп, дай мне яблоко. Еще заспавнил, да ты вообще издеваешься, они еще такие быстрые. На, держи еду. О, спасибо, мясо. Так, ладно, теперь пришло время побеждать. Давайте, ребята, помогайте, помогайте, мы сможем их вместе победить. Ужас, я сейчас проиграю. Кушай. Почему он вас не бьет? А, у тебя магазин работает даже. Но у меня ни на что не хватает. Эх, везде такие цены, только на деревянный меч хватает. Ладно. Ой, сколько у тебя здесь зомби, даже босс есть. Я бы хотел бы заспавнить, но мы это узнаем потом на обзоре. Так, ну это мы уже все видели, это очень долго. Поэтому мы сделаем вот так. Невидимый лабиринт. Я очень не люблю такие вещи, потому что их не видно. Ой, меня тошнит что-то. Странные плиты. В чем смысл этой полосы препятствий, я не понимаю. Значит, кто быстрее пройдет, да? А можно тебе вопрос один задать такой? Допустим. Я тебе хотел, в общем, сказать, ты мяукать умеешь. Стройплощадка огромная. Ух, ты ко мне? Позвать кого-нибудь эту карту. Давайте я. Давайте Сухарика. Короче, берем лук, я тебе покажу, не, как не, это не лук, не лук. А здесь автоматы. Где автоматы? Вот. Дай мне это. Тра-та-та. И хорошо. Да, вау, эти, это вообще. Водяные пистолеты, то, что надо летом. Тебя давай. Дайте мне тоже. Дайте бомжикам на хлеб. О, спасибо. Не успели. О, вкусно. Да дайте автомат уже. Дайте я Сухарику автомат, он меня застрелит. Ой. Блин. Смотри наверху. Уи, бедный Сухарик. Раз, два, три, как стрелять. Пузырьки летают и уничтожают всех. Посмотрим, кто последний останется живых. Уничтожаем Сухарика, Сухарика. Он идет за мной. Нет, 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 Сухарик, не надо. Вот, я подстрелил. Минус кона. Остался только я и Дед Инсайдик. Где он? Он наверху, сейчас я к нему пойду. Ой, где он там? Так, давай, давай, давай. Огонь, огонь, огонь. Нет, что? Чем он меня ударил? А как он меня с одного удара убил? Я вот не знаю, чисто какие-то. Ладно, наверное, это я слишком. Как думаешь, я на последнем месте или нет? Ну, не знаю. Ты мяукать умеешь? Нет. Тогда тебе лучше не занимать последнее место. А как тебе вообще карта? Это мне напоминает времена, когда я бегал в пик пейнтболе и такой рататата всех. Забавно. Ну, больше нечего показывать. Ладно, вернемся через 40 минут. Всем пока.
И вот 2 часа прошли, мы сейчас будем оценивать и смотреть ваши постройки, узнаем, кто будет мяукать. Не надо, я надо отмеляю. Так, огромная ПВП-арена, где игроки будут сражаться. Но это будет не обычное сражение, а сражение на автоматах. Это война, Гровмен. Подожди, нам надо автоматы взять сначала. Подожди. 1, 2, 3, раунд стартинг. Пошли, я тебя убью. Лови пульку. Меня окружили. Давайте Конора убьем, у него броня. Ра-та-та. Паштета убью, жестко. А, все, мне дали хп. Я сразу начал их терять, у меня снова 1 сердце. Давай мир. Ладно, не будет мира, у нас война. Ладно, все, давайте, возрождаться нельзя, у нас только по 1 жизни. Конор 8-0-3, мы тебя уничтожим. Так, ой, минус Конор. Нет. И паштет тоже, что? Ладно, так, там Гровмен, он жив. О, нет. Все, новые враги появляются. А новых союзников не появляется. У меня 1 сердце. Да, ужас. Все, ух, проиграл, меня больше нет в игре. У нас на карте остался G2, G2. Гровмен и все. Нет. Мне кажется, вы оба просто... Все, G2, G2 победил. Поздравляю. Я там дырку в стене пробурил немного. Вот тут. Гениально. Зачем? Давайте оценим тогда эту игру. Так, я ставлю однозначно 10. Спасибо. Конор, у твоей постройки рекордный балл 73 из 80. Так что ты не будешь мяукать точно. Это хорошо. Не думал, что пузырьки в Майнкрафте такие опасные. Это PvP-арена? Да. Какой-то магазин. Можно купить оружие, защиту. Короче, давайте делать деньги. Так, да, этот план хороший, надо ломать лазеритовый блок. Я не думаю, что у нас есть план лучше. Не ломайте его, не надо. Сейчас зомби пойдут. Зомби! Появляются зомби первого уровня. Бьем. Жди. С него мне дали 1 денежку. Ничего необычного, просто дубасим какие-то зомби первого уровня. ХП мало. ХП мало, очень мало, надо бежать. Все, у меня есть 7 кусочков золота. Я пришел к тебе покупать что-то. А, ни на что не хватает. Ух, давай ты мне один успокой на эти 3 куска золота. Мы ждем зомби уровня 2. Давайте, зомби уровня 2. Это скелет, почему у него нет ука в руках? Как вы это сделали? Никаких вопросов, больше действий. С них золото не дают. Сухарик, за что ты мне? Я случайно. Эх, все деньги у меня украли. Ну ладно. Давай 3-ю волну. Не тушите огонь. А? Точно, мы же можем тушить огонь. Тушим. Давайте. Я сейчас босса напавню, а вы не тушите. Да, я огниво, я тоже буду зажигать огонь. О, мне тоже хочу. У меня украли огниво. Ладно. Много огня. Огонь. 3-я волна готова? Да. Что? Паук 2-го уровня? Наконец-то скелеты с луками. Бейте скелета, вольер. Дыш. Почти меч сломался, а денег нету, новые покупать. Жестко прописываем эту скелету с вертухи. Давайте я тут все подожгу, и когда зомби заспавнятся, они сразу сгорят. Нельзя. Мы ищем обходные пути. Давай, спавни. Ну именно сейчас должны были заспавниться скелеты, которые горят. Они не боятся огня. Бьем их. Что он такой высокий? О, сколько денег? Нет, он все забрал. G2G2. Знай, я ненавижу то, что ты у меня воруешь золото. Я очень рассердился. Золото, да блин, теперь сухарик украл. Ладно, 12 кусочек. Да почему ну такие цены высокие? Дай мне скидку. Вы готовы к следующей волне? Моментально. Убиваем. Пока фарм монет. Я вам сейчас тут заспавню с одного удара. Короче, паштет, знаешь что? Я хочу много что? Денег, потому что, ну, все, они там все забирают. Дай мне деньги. Амагад, сколько денег? Все, я покупаю у него щит. Покупаю у него броню. А, нет, не покупаю. У меня есть этот кожаная броня, железный меч и щит. Да зачем? Это маленькие зомби с мечами. Они такие милые, но такие опасные. Давайте, босса. О. Идем, вообще денег не дали. Эта игра слишком затянулась. Давай нам финального босса. Что за тавер дефенса вы все строите, где надо убивать этих зомби. На меня все нападают. Ужас, у меня только 1 сердце. И ему 2. Да что такое? Просто уже шо, чё? Ты нас... Готово к финальной волне. Да, отпусти нас уже из этого подземелья. Мы уже хотим на свободу. Ты у нас уже тут полчаса держишь. Мне все еще монтировать надо будет. Что это за магма кубик? Кубик. Тут еще паучки маленькие, надо их тоже уничтожить. Я бы его бы сжег, но его сжечь нельзя. 0 сердца осталось. Ужас. Спасите меня от этих мелких убийц. Как его победить вообще? Он непобедим. 400 минимум снесли. Боевой ух готов. В атаку за ухо град. Все, я тоже готов, поехали. О, мы его победили. Что еще маленькие? Там золотые блоки. Ужас.
Ужас! 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 Бегите! Бегите! Зачем, паштет? Хватит нас мучить, отпусти уже нас. Нет, вы готовы, Юни? Нет, нет. Базу строят. О, нет! Кто последний умрет, тот победил. Дверь сломалась, бегите. Давайте криперами взорвем. Так, давай, крипер. Видели, что я сделал? Это называется переиграл и уничтожил. Нет, ну все. Крипер, иди сюда, ты мне очень нужен. Взорви их. Я ставлю паштету 10. 9. Проходить только ухо, а почему? Потому что это на одного рассчитано. Ну ладно. Ребята, простите, подождите меня здесь, я просто видео игру залезу, меня там захотят съесть. Да. Кидаю монетку, и игра начинается. Паркурист Делюкс Эдичон. Ну тут пон, да? Да, тут заросли какие-то, я все пон. Так, мне надо пропаркурить. А, стоп, тут невидимые блоки, я вспомнил. Я все вспомнил, надо вот здесь пройти вроде бы, да? Оп. Оп, я догадался. Ну и у кого здесь 300 IQ? Ну а чё они здесь? А, что? И тут был другой проход. Тоже невидимые блоки. Падать в лаву, ты серьезно? А, уровень 3. Льдины, ладно. Самый легкий, сам упал. Опять невидимые лабиринты, я такие не люблю. Ой. Тут внизу шипы, надо быть осторожным. Уровень номер 2, шахт. Надо паркурить. По лампочкам надо было. Надо было. Сруби фантомное дерево. Спасибо. Как же долго. Я даже не знаю, что тут фантомное дерево такое. Да это там в Амбертайкене. Амбертайкене? И что, все что ли? Да. Я хотел больше, но половину времени я просто ходил в туалет. Бывает такое. Ладно, давайте пишем оценки сухарику все. Ну, это круто, я ставлю 10. Серьезно? Тем более, я это первый раз такое делаю. Так, а мне интересно, что ты на простых строителей делал с кибермаксимкой, там всеми остальными? Только сидел и меня стрелял, да? Ладно, у тебя 55 очков из 80. Бля. Да хватит мне кидать это... Ужас! Прости, пожалуйста, я тебя умоляю, прости меня. Я все починю, прости меня. Что там произошло? Так, это мини-игра... А, что тут скелет делает? Я просто хотел снять видео, он тут... Я его кость выбросил. Ой. Что, это мини-игры с паркурами? Так, палка на отдачу 2. Ну, ребята, включаем выживание. А в смысле за красных? И полетел... А, тут надо драться? Ой. Так, красный или синий? Я буду красным. Я тоже красный. Побежали захватывать их. Надо брать центр. Так, огонь. А, выходит. Туда его. Я скинул одного. Молодец. Я караулю их тут. Вон Джесс, вон он. Ух, ё-моё, я своих ударил. Ём его, быстрее. Ой, подождите. Он нас тоже стреляет. Ни на одном сервере такую мини-игру не видел. Она такая прикольная, мне прям нравится. По порталу лови подарок. А мне вот понравилась мини-игра. Типа там надо было драться палками. Поэтому я ставлю опять 10. Опять. Не, ну мне игра понравилась. 60 баллов. Да. Это точно не последнее место. Здесь надо пройти полосу препятствий. Кто первый это сделает, тот победит. Понятно? А, какой приз? Какой приз? Я не знаю. У Оливки спросите. 3, 2, 1, 0. Уй, чего зовут? Приз 2 упокоено лично от меня. Жестко. Давай. Антарктида, давайте ее проходим тут. Эх, я, кажется, самый последний. Давай, мне тошнит, ужас. Как прыгать? Так, давай сюда. Ужас, нет. Что? Че ты? Ты в креативе, что ли? Это вообще честно? Я хотя бы хочу быть вторым. Подтолкните меня кто-нибудь. Я второй. Я могу тебя ниже сухарика опустить, но я могу и выше сухарика. Ух, выше сухарика, выше. Нет, у меня день важнее сегодня, не надо. Я ставлю 8. У тебя 58, и поэтому ты не точно не пойдешь туда. Куда? Ты не будешь мяукать, короче. Нет! Бедный сухарик проигрывает. Я больше в свой день рождения не буду идти на съемки. Сухарик будет мяукать в свой день рождения. Сухарик, идем, тебе надо помяукать чуть-чуть. Не переживай, всего лишь день рождения, надо помяукать. Тебя еще раз стреляли, да? Бедный. Ну давай, помяукай нам. Сухарик. Мяу. Это шикарно. Это прекрасно. Бедный сухарик. Поздравьте его с днем рождения в комментариях, пожалуйста, чтобы ему не было так грустно. К сожалению, я не ставил мини-игру Фалпортала и G2G2, потому что этот ролик бы шел очень много. Но вот небольшие кусочки. Это арена. Ой, вот этот статист. Какая крутая мини-игра, да?
Бомбардировка. Не надо. А ведь мы дрались вместе. Ну все, атаку. Ой, а что так быстро? Нет, крипер, не взрывай! Нет, мой дом! Мой дом, ужас, какие вы злые. Всем пока.